Хейшки, всем привет, дорогие друзья, меня зовут Неркин, и добро пожаловать на новое видео. И сегодня я вам покажу 10 вещей, которые можно сделать с эндер-палочками, эндер-стержнями, как им удобно называть. Если вы готовы, то ставим лайки, и мы с вами будем начинать. Погнали, бум! Скачивай бесплатные приложения на свое iOS или Android устройство, получай от 5 до 150 рублей за эту операцию и вводи деньги без минимальной планки. Все это и многое другое на Abonus. Подробности по ссылке в описании. Долго времени не будем тянуть, и сегодня я вам все покажу. Друзья, первое, что у нас здесь есть, это небольшой столик с фиолетового ковра и стержня эндера. Как это строится, думаю, все понимают. Просто ставим 4 эндер-палочки и наверх ставим ковер. Таким вот образом, бумт сюда, точнее вот так вот залечу, бумт сюда и бумт сюда. Отлично, как видите, у нас получился небольшой такой вот прикольненький столик в Майнкрафте, который мы же можем использовать для у себя дома или где угодно. Дальше самая интересная, крутая постройка, которую я видел вообще, это вот эта люстра. Это люстра, шикарная люстра, которую мы можем подвесить у себя в каком-то огромезном доме за дубовый заборчик таким вот образом, бум, и она будет висеть, и она будет висеть, потому что это эндерстержни, они светятся. Это будет офигительная люстра в Майнкрафте. Даже если мы возьмем, например, возьмем морской фонарь и поставим вместо этого блока вот таким вот образом, сейчас я попсую поставить, упс, вот таким вот образом сюда и вот таким вот образом сюда, она будет еще более светиться и она будет еще более прикольно выглядеть. Думаю, видите, как это построить, это очень легко и просто строить. Сейчас вам не буду показывать это, демонстрирую, потому что это будет очень-очень долго. Так что я перехожу к следующему. Следующий у нас что? Это такой вот небольшой заборчик, который можем построить у себя на сервере, заприватить его, и его никто не сможет сломать, потому что он будет запривачен, и он будет всем другим зрителям, которые другим игрокам, точнее, все хотят будут к вам попасть, к вам в дом, как видите, но не смогут, потому что они будут заблокированы, но они смогут видеть все, что здесь есть, все, что у вас там есть за вашим заборчиком, и вы будете стоять с этой стороны и говорить ха-ха, вы не сможете ко мне зайти, потому что это очень и очень трудно. Окей, переходим дальше. Что у нас дальше? Это у нас что? Это у нас небольшой столик, с помощью которого мы можем сидеть и разговаривать со своим другом на любые разные темы, строить его очень легко и просто, как видите, просто пару ступенечек, одна эндер-палочка и железный люк. Окей, друзья, переходим дальше. У нас здесь что? У нас здесь есть светильники. Светильники небольшие. У меня есть отдельный видеоролик, которому я посвятил светильникам. А такой вот офигенный крутой светильник. Можете подойти посмотреть. Там все есть. Интересно, все круто сделано. Можете оценить также. Окей, но мы переходим вот сюда. И что же у нас здесь есть? У нас здесь есть стержни эндера. И мы можем использовать разные фонарики. Таким вот образом, как морской фонарь. Можем сделать череп с визора скелета. Точнее, светильник с визора скелета. И также с... Думаю, уже стандартный, уже всем запоминающийся светокамень. И также трэпдоры, то бишь что? Деревянные люки, отлично. Если мы возьмем с вами, друзья, вот таким вот образом, например, я вот если так подлечу и возьму дубовый забор, чтобы его долго не искать, то, смотрите, если его поставим... Упс, это уже следующая постройка, не переживайте, вы ничего не видели, окей. Если мы поставим его вот сюда вместо светокамня, то она будет связываться с другими блоками. Это будет не очень круто, и это не очень интересно будет, мне кажется. Так что лучше поставить сюда вот таким вот образом стержни эндера, вот так вот. Отлично, все круто смотрится, я думаю, вы прекрасно понимаете, как строить вот этот череп скелета, потому что если мы поставим эндер-палочку сюда, то мы не сможем поставить на него череп из раскрыта. Поэтому мы берем, например, дубовый забор сюда ставим, дальше на него морской фонарь ставим, окей, тут ломаем блок, и сюда стержень эндера ставится, и отлично, все выглядит офигенно круто. Переходим дальше. Что у нас дальше? Дальше у нас такой вот есть офигенный крутой типа как бы лазерный держатель для какого-то суперкрутого предмета. У вас, например, у меня это эндер-яйцо, потому что я не знаю, куда можно поставить еще эндер-яйцо, как не сюда, вот таким вот образом, и оно будет круто смотреться у вас дома. Или можно сюда поставить какой-то любой другой блок, например, я не знаю, блок изумруда, потому что его нигде, в принципе, использовать нельзя. Таким вот образом, можно блок изумруда, можно еще яйцо и тому подобное. Да куда ж ты прешься, так? Свинья. Ну, не свинья, это овца, окей. И вот таким вот образом можем сделать офигенный себе держатель с помощью эндерпауча, как будто лазер светится и держит его. Окей, друзья, переходим дальше. И что у нас здесь? У нас здесь есть вот что. Это офигенная ванная комната, и здесь есть небольшие поручни. Я использую эндерпаучки как небольшие поручни для занавесок, которые защищают брызги воды от вашего пола, но, к сожалению, мы не можем поставить наши флаги вот таким вот образом, только можем их поставить, чтобы они типа как бы занавеска, которая задернута вверх, но, к сожалению, мы не можем их поставить на эндер-палочки, но, наверное, в скором времени это можно сделать. Такая вот небольшая интересная ванная комната, и интересно, очень интересно смотрится, так что ванная комната, душ, есть небольшие краны для воды и такие вот поручни для того, чтобы у вас был где поставить занавески. Окей, переходим дальше, это можно уже убрать, переходим дальше. Такая вот небольшая пушка.
пушка. Пушка в Майнкрафте, как видите. Пушка офигенная, крутая. Это вот такой вот небольшой прицел. Если мы так вот здесь достанем, то можем прицеливаться, куда мы будем стрелять. Ну, в принципе, такой вот небольшой декорация дополнение к вашему дому будет очень интересно. Или к вашему какому-то минному полю, или где-то военному полю. Я не знаю, кому как удобно. Окей, следующее, что очень-очень круто используется. Например, вот это у нас есть здесь рукомойник. То есть, я не знаю, как называется по-другому. Рукомойник, так скажем. Да, мы здесь помоем руки. И смотрите, что. Вот тут вот идет небольшая. Мы можем использовать эндерстержни как трубы. Трубы, смотрите, вот идет труба. Отлично. И вот здесь у нас идет также санузел небольшой. То есть, это у нас туалет. И вот сюда идет стечная труба, которая будет выкидывать все наши отходы. Отходы. И это, блин, офигенно круто, потому что мы можем использовать таким вот образом наши супер шикарные эндерстержни. И последний на сегодня, но не навсегда, конечно же, это такой вот небольшой вертолет, который мы можем использовать в Майнкрафте. Окей, значит, пересел FPS, не знаю почему. Окей, использовать в Майнкрафте, смотрите, там туда можно даже поставить какого-то человека вот сюда, и он будет здесь стоять, например, и такой вот ютач мой тра-ля-ля. Окей, немножко весело сегодня. И, как видите, вот таким вот образом можем использовать наши эндерпалочки как вентиля для нашего вертолета. Вентиль, вроде, если не ошибаюсь, или лопасти, не знаю, как кому удобно называть, лопасти, например, или вентили. Я не знаю, как точно называется, напиши в комментариях, как правильно называется. И вот таким вот образом можем использовать офигенно и тоже для какого-то военной базы или для чего-то еще, или для, просто для декорации в вашем доме, как будто у вас на вашем верхнем этаже вашей суперквартиры стоит вертолет, потому что вы очень богаты, и вы хайпим. И я думаю, это офигенно круто. На этом все, с вами был я, Неркин. Подписывайтесь, комментируйте, лайкайте, не забывайте, что у меня есть свой полезный сервер, крутой, с версии 1.7 по версии 1.9, его зовут Boomcraft, там есть свои взрывоопаснейшие штучки, у меня также недорогой днот, свой, собственно, генерация мира и также крутые мини-игры. Переходите, узнайте сами, я там часто снимаю и часто играю с подписчиками. Так что это очень круто. И не забывайте, что в описании есть ссылочки, это группа ВКонтакте, Твиттер, Инстаграм. И что? Правильно, это мастерство ВКонтакте, где я всех добавляю и с кем всеми общаюсь. Ну, это...